тут один комрадик местный такой. Говорит, давай покопаем, давай покопаем. Я говорю, ну давай покопаем. Приехали в лесную чащу. Тьма египетская. Бобры, лоси, кабаны. Ну, в общем, короче. Первая находочка. Вот такой вот шикарный крест. Вау. Там усатый и комрад с пригласительным билетом носятся. А у меня крест. Копай. Максим Максимович роет. Голову я ему не показываю. А у меня крестик. Половинка. Рассыпался в руках. Второй охотник на уток стоит чуть дальше. Крякает экспедеусом, но денег пока нет. Ты-ды-динс! Бинго! Пуговица. Но надписи внутри. Снаружи гладенькая. Вот так вот, товарищи копатели. Прикольные кресты. Тушилка для свечей. Вот так вот. Чпок. И свеча потухла. Максим Максимовича усы тоже что-то потухли. Говорит, нет здесь ничего. А я говорю, здесь помойка шикарная. Надо копать. Братья копатели ищут кресты. И у меня очередной крестик. На этом месте уже третий. Этот вообще в идеальном состоянии. Хотя первый вообще супер зачет. Фу. Копай. Копатели ищут. А у меня, только тихо, никому не говорим, пуговка. Какой-то билгин с твердым знаком. Жалко, что обломная. Похоже, была позолоченная. Вот такая вот пуговка. Только тихо, никому ничего не говорим. Пускай они там елозят. Так, картинка пошла. И Максим Максимович усатый выходит на финишную прямую с пятаком. Идеальный. Идеальный пятак. Низкий профиль, блядь. Ты зачем матом ругаешься? Вырежешь. Не вырежу. Вырежешь. Ай, какая прелесть. Усищи вон какие у него там. На. Доисторический пейзаж. Вот и средневековье подоспело. Серьги-то не прокалывали дырки, а вот это вешали, это вот вместо серёг. Вытягивать монетками. Ого, манисточка. Вот такая вот. Грязненькая с дырочками. С дырочкой. О, это не монета. Это да маниста. Я... Так я же сказал, мунисто. А. Копатели где-то вот там роют. А у меня сегодня первая монетка. Копейка 1926 год. В идеальнейшем состоянии. Вот так вот. Пошли обратно. Начался дождь. Бабац, монетка. Вот. Ладно. На этом сегодня, похоже, копалка закончена. Ну, может быть, что-нибудь еще найдем. Копай.